Привет, друзья! Недавно я узнал, что в Питере всего 65 солнечных дней в году, то есть 300 дней дождливых. Я думаю, что в Москве ситуация не сильно лучше, и значительная часть года – это дожди. В этом году, наверное, весь год был дождь. Поэтому я убежден, что дворы, такие как здесь, в этом жилом комплексе, должны все больше и больше появляться в нашей жизни, соответственно, в новостройках. О чем именно я веду речь? Обратите внимание на беседки, которые есть в этом дворе. Я не говорю, что они красивые, неважно, но они есть. То есть люди, гуляющие во дворе, например, молодые мамы, не только молодые, с детьми, с маленькими, большими. Может быть, какие-то люди, работающие из дома, могут совершенно спокойно находиться в этих беседках и даже в дождь, особенно летом, когда тепло, и заниматься своими делами, отдыхать, веселиться или работать, неважно. Но 95%, а может быть и больше, всех жилых комплексов, включая новые, строятся без таких беседок в наших двух столицах. Мне кажется, что это должно уйти в прошлое, и застройщики должны больше думать о людях, тем более, что строительство таких беседок, ну реально, копейки по сравнению со всем остальным, что с точки зрения денег, себестоимости происходит на стройке жилых комплексов. Все, пока, до новых встреч!